«Я вас не знаю», – Дружинін наплював на хамівшую йому Пугачову. У Аллы Пугачевой непростой характер, и она сама это не отрицает. Многие работавшие с ней артисты признавались, что часто терпели от нее жестокую критику и порой даже неприкрытое хамство. Хореограф Егор Дружинин рассказал, почему не обижается на Примадонну. Однажды Алла Пугачева сильно обидела Егора Дружинина. Член жюри шоу «Танцы» рассказал, что ему несколько раз довелось сотрудничать с Пугачевой, и это был настоящий кошмар. Именно Егор Дружинин отвечал за большой юбилейный концерт Аллы Пугачевой, приуроченный к ее 70-летию. Примадонна стремилась тотально контролировать действия всей команды и руководила артистами. Более того, во время репетиций Егор Дружинин и Примадонна часто спорили, и один раз Пугачева его сильно обидела. Она заявила, что не доверяет ему, так как вообще не знает, кто он такой и чем занимается, хотя Егор и его команда считали себя звездами. Несмотря ни на что, Егор Дружинин не обижается на Аллу Пугачеву и понимает, что у нее такой характер. Он очень уважает Примадонну и желает ей только добра. Она часто произносила фразу, которая меня очень задевала: «Я же вас не знаю». Это относилось не только ко мне, но и к моему балету, рассказал Егор Дружинин для YouTube-канала People Talk.